это история о воинах-скелетах. Лайтстар силой владеет непобедимый. Таллин парит в небесах над врагами. Гримскал сражается в мире теней. В Дарка стреляет силач Опекун. Идет битва за Легион Света. Воины-скелеты. Выбор. Смогли бы вы сделать тяжелый выбор, находясь на шатком краю пропасти, если бы все, что вас беспокоило, было бы стремление иметь силу поступать согласно своим убеждениям, или же под давлением большинства вы сорвались бы в бездну? Столкновение и последствия. Часть первая. Выглядит замечательно. Барон Дарк хочет, чтобы на церемонии было все прекрасно. Часть первая. Автор сценария Стив Куден. Продюсер Виктор Делчили. Редактор сюжета Джулия Джин Ливелл. Автор сюжета Гарри Годдард. Если Легион Света справится с проведением диверсий здесь, здесь и здесь, тогда, я думаю, войска Дарка будут достаточно истощены для того, чтобы мы смогли совершить атаку на замок. И я уничтожу барона Дарка раз и навсегда. И мы получим другую половину кристалла. Вот что главное во всем этом. Где ты был? Гулял. У тебя есть свои планы, дядя? У меня свои. Мне тоже очень плохо, как и вам, от того, что барон Дарк сделал с вашим отцом. Но мы должны поступать мудро, иначе каждый человек в Люминисити подвергнется риску. Ты прав. Мы прорвемся туда, захватим кристалл и смоемся. Готовы? Соберем командиров эскадронов. Пошли. За тебя, отец. Отныне, все, что я буду делать для того, чтобы уничтожить барона Дарка, я буду делать за тебя. Как Колизей? Все ли приготовления проведены? Все, включая новейшее пополнение вашего удивительного зверинца. Уже доставлено? Прямо из Друбайянской пустыни? Превосходно! Дагер, как идут финальные приготовления? Наносим последние штрихи на ваш подарок. Он так отвратительно красив, мой повелитель, прямо как и вы. Так похож. Мы начинаем перевозить его по вашему сигналу. Склад. Выслать туда каждый эскадрон, каждый взвод. Мне нужны ответы. Да, милорд, ответы. Сейчас. А потом я хочу, чтобы эти ответы устранили. Взрыв! Мы должны отменить операцию. Барон Дарк и его костяной патруль будут сейчас здесь, в полном вооружении. Вот именно. Он будет на открытом месте, не защищен. Теперь мы сможем добиться успеха. Это начнется сегодня. Приписанных вам квадратов нанесите как только можно больше разрушения. Мы хотим, чтобы они оставили замок как можно более уязвимым. Да, как ты и сказал, все будет готово. Но нужно снизить риск до минимума. Таллин, подготовь вторую боевую группу. Мы снимаемся отсюда. И вышли скаутов. Я хочу вернуться через час до начала рассвета. Слушаюсь, господин. Ты
Насколько сильны повреждения? Статуя выжила во взрыве. С первыми лучами солнца мы направим наших лучших воятелей, чтобы они справили все необходимое. Да, хорошо. Нужно ли нам поприветствовать наши телесные массы? Терпение, терпение, зверюшка. У тебя будет достаточно закуски, когда барон Дарк разберется с этими людьми. Воины-скелеты, добро пожаловать. Мы находимся на заре нового дня, мрачного дня. Дня славы всех скелетов, всех до одного. Скоро мы завладеем второй половиной кристалла звезды света, и тогда сила моя будет глобальна и непререкаема. Настала пора избавить мир от всех телесных созданий. Сегодня мы превратим в скелеты тех, кто захочет присоединиться к нам, и уничтожим тех, кто будет против нас. Вы со мной? Тогда идите, мои воины-скелеты. Разорвите этот город на части. Принесите мне другую половину кристалла звезды света сегодня, прежде чем солнце зайдет. И моя славная тьма будет править миром. Я держу тебя. За моего отца. Когда же мы найдем другую половину кристалла? Долго еще? Уже скоро. Отслеживая все охранные устройства в зоне, мы постепенно приближаемся к месту возможного укрывания кристалла. Как бы там ни было, кажется, что сегодня Легион Света бессилен. Они затягивают операцию, но они не смогут остановить нас. О, да. Там что-то есть, да. Что скажешь, друг? А? У тебя должно быть хороший нюх на эти вещи. Ты тупой пес. Неужели ты ничего не можешь сделать правильно? Браво! Еще двое превратились в груду костей. Передвигаемся на следующую координату. Святое избавление. Они отслеживают охранные устройства. Они могут выйти на кристалл. Сопротивление очень находчиво, но все же недостаточно находчиво. В зоне остаются всего несколько позиций, которые надо проверить. Скоро кристалл будет моим. Я чувствую это своими костями. Группа Альфа, отступайте и возвращайтесь на первую базу. Немедленно. Повторяю, отступайте. Немедленно. Ситуация критическая. Теневой лидер, приказ понял. Следую. Мы потеряли энергию. Вот именно. Теперь я знаю, где этот Димскал тупой череп прячется. Вперед. Переместите свои войска ко вторым целям, а у первых добавьте людей. Я хочу, чтобы был пойман каждый воин-скелет, кроме барона Дарка. Он мой. Да, господин. СОС, золотой лидер, возвращайтесь на первую базу, немедленно. СОС на первой базе, золотой лидер летит к вам. Назовите себя. Не стреляй, это я, Таллин. Слава богу. Сюда, скорее. Что происходит? Дарк узнал, как засечь наше охранное устройство. Кристалл в опасности. Нет. Что нам делать? Мы должны перенести его на другую безопасную базу, куда-нибудь из Luminicity, подальше от войск Дарка, в пещеру света. Как? Леса кишат скелетами.
Не нужно идти сквозь лес. Гримскал, слава богу, что ты здесь. Мы должны эвакуировать кристалл. Таллин может улететь с ним. Я прикрою ее с мотолета. Кто-нибудь должен остаться здесь, чтобы помочь разобраться с ребятами барона. Все, что тебе необходимо, дядя. Ты это знаешь, ты это получишь. Знаю. Вот почему я посылаю тебя, Гримскал. Дядя, я... Да, ты должен, Гримскал. Ты единственный, кто сможет уйти от воинов-скелетов. Проходи сквозь тени. Ты наша самая большая надежда на спасение Кристалла. Мы встретимся в пещере света. Попытка прорыва охраны. Юго-западный квадрат, сектор 6. Пожалуйста, проверьте. Поймала. За вашего отца. Ты защитишь кристалл тенями. Это даст нам время на эвакуацию Луминисити. Слишком уж много жизней поставлено на карту. Иди. Мы будем в пещере света сразу, как только нам помогут разобраться со всем здесь. Будь осторожен. Буду. Поторопись, дядя. Пикабу! А я тебя вижу. Барон Дарк, я ждал этого. Так и я. Шрик, ты превзошла себя. Благодаря тебе, отсутствующая часть кристалла Звезды Света теперь почти у меня в руках. О, не хотел тебя пугать. Но я хотел бы уничтожить тебя. Дай-ка я угадаю, не это ли маленькое укромное место для того, чтобы дорогому дяде саквояжу спрятать кристалл? Все эти деревья и камни совершенно примитивно. Это место имеет свое очарование. Лайтстар, ты забыл свои ключи? Эта база рискованна, а мне риск не нужен. А что с кристаллом? Он у Гримскала. Он направляется к пещере света. Тогда я вернусь, чтобы прикончить Дарка. Нет, у нас меньше, чем 10 секунд на то, чтобы уйти отсюда. Скорее. Наши эскадроны как раз вовремя. Должно быть, сегодняшнюю скромную вечеринку барона Дарка только что отменили. Вперед! Мы должны освободить людей. Лучше подождать немного здесь. Кристалл! Должно быть, это то самое место. Я должен вынести кристалл отсюда и попасть в пещеру света. Я должен сохранить его как-нибудь. А, плотские. Я приберег для вас сюрприз. Опекун, Таллин, освободите заключенных. Я собираюсь уменьшить Дарку размерчик. Пожалуйста, освободите нас. Отойдите от двери. Мы свободны. Теперь все получится, и больше не будет господина красавчика. Доступ к кристаллу открыт, его легко будет выследить. Коготь! Да. У меня есть для тебя небольшое поручение. Будет весело. Лайтстар!
В зоопарке наступило время кормежки. Не надо путать. Тебе нужны плотские дураки, а не я. Не я. Я здесь сам все закончу. Все вы, уходите со стадиона, пока можете. Вперед! Нет, этого не может быть. Ага, красавица, покажи им. Что это за штука? Пустынный дракон. У меня идея. Взлетай и делай круги вокруг статуи, пока я не подам тебе сигнал. Опекун, уводи всех отсюда, скорее. Все. Очистить Колизей, сейчас же. Таллен, пролети между этой штукой и статуей, давай. Что? Отвлеки на секунду его внимание, а потом лети ко мне. Давай, доверься мне. Если он не сошел с ума, значит я рехнулась. Ладно. Теплое. Давай. Достань меня. Отлично. Время для пары фейерверков. А, дайте же передохнуть. Это не то, чего я хотел. Теперь пришло время опекуну выполнить свою часть работы. Лайтстар, Таллен, встретимся на точке возврата. Гримскал был здесь. Здесь должен быть вход, тень, прямо здесь. Стабилизировался. Сталкер, ты нашел меня. Пошли. Теневой лидер, приближаюсь. Ваша позиция, пожалуйста, на мосту к пещере. Оставайся на связи. Мы почти уже там. Сюрприз, сюрприз. Не могу дождаться, когда повстречаюсь с этой твоей старой бандой. Такой прекрасный, светлый, солнечный день. Какая жалость, что кругом нет ни одной тени, куда можно было бы прыгнуть. Разрушь мост. Стреляй в него. У меня для тебя предложение. У тебя есть то, что мне нужно, а у меня есть то, что нужно тебе. У тебя нет ничего из того, что нужно мне. Нет, есть. У меня есть снова возможность превратить тебя в человека. Позволь мне превратить тебя в одного из моих военных скелетов, а потом решай сам, останешься со мной или уберешь сердечный камень и снова станешь человеком. Но сперва... Кристалл. Никогда. Я просто обречен на победу, ты знаешь? Сталкер! Не время наускивать собаку, ты дурак.
Ты не получишь кристалл. Не получишь, пока я дышу. Что ж, посмотрим, сможем ли мы это устроить, а? Вот это было приятно. Я победил! Мир теперь мой! Сталкер, старый друг. Гримскал! Гримскал! Брат! Брат! Где ты? Нет. Окончание следует. Воистину, когда началась последняя битва, все должны посвятить себя ей. Была ли когда-нибудь еще победа более важна или более невозможна? Исполнительные продюсеры Григодард и Стефани Грациано.